Кто это здесь у нас такой? Окуненок. О, котенок, окуненок, да? Сижу, значит, я тут работаю, понимаешь ли. Как пришла, вся такая возмущенная, прыгает на меня, да? Ой, ой, окуненок, котенок. Давайте покажем время, сколько у нас сейчас. Ага, ага, окуненок, котенок. Блин, у тебя оповещения не уходят, нифига. Вот хочу я, чтобы их не было, а они все равно это. Ну, давай вот так вот сделаем. Опа. О, нету. Надо открыть просто оповещение. 9 сентября сегодня. 2022 год. Пятница. 7:30. Сидим мы, значит, с окуненком работаем. Да? Ой, кошка. А на самом деле кошка что-то хочет. И она выпрашивает. Да? Я ж тебя изучил уже давно. Хотя китикет есть. Вода есть. Макароны есть. Даже мышки бегают на улице. Лови не хочу. Вот старшая кошка поймала сегодня мышонка. Прямо у меня на глазах. Представляете как? Так, пятница. Конец недели рабочей, официальной. У меня не конец недели. У меня еще суббота и воскресенье, рабочие дни. А может быть и нет. Посмотрим. Ну, прыгай, прыгай. Что ж тебе не имется-то, а? Китикет насыпан. Тебе ласки хочется, а? Значит, что было сегодня интересного? Ну, по большому счету... Особо ничего интересного не было. Проснулся, позавтракал, начал работать. Наступило время обеда, пообедал. Послеобеденный сон, час, начал работать. И все, наступил вечер, работа закончена. Теперь можно поужинать, погладить котенка, купаться и спать ложиться. Вот так прошла пятница, 9 сентября. Такой вот небольшой сюжет из жизни. Да, кошка? Правнучка нашей кошки Фисы Абиссинской. Вот такая вот помесь гибрида Абиссина и Мейн-куна. Отсюда и название ее, имя точнее, Акуна. Мейн-куна, Акуна. Все думали, как ее назвать. И в итоге она стала окуненком. Да? Окуненок. Так удобно тебе сидится здесь, да? Все, иди, иди. Ну и на этом можно завершать сюжет из жизни. Всем пока. Сколько там натикало? О, 3 минуты. Как раз, да. Дзынь.